Боевая песнь придает воинам силу Арат храбрости. Прерви ее. Теперь защитная башня на нашей стороне. Не благодари. Зивуарат действует открыто, но мне все равно кажется, что мы упускаем какую-то часть ее плана. Возможно, но это ненадолго. Скоро военный разум вернется в строй. Если кто и может перехитрить Зивуарат, так это Распутин.
Отключи меня, и я снова открою дверь. Управление защитой восстановлено. Ты знаешь, что делать, Страж. Вы были правы, Мара. Презренная явно пытается исходить ход подсистемы и, похоже, использует какой-то странный интерфейс, чтобы скопировать наши файлы. К счастью, похоже, что каждый раз, когда мы зачищаем бункер, Малахаяти перезаписывает себя с помощью протоколов восстановления. Так что ущерб минимален. Подозреваю, свидетель использует разум презренный как живой архив и копирует туда всю важную информацию. Меня это тревожит. Малахаяти, мы идем.
этом бою мы одержали верх, но гневорожденные Зиву уже приближаются через высшее измерение. Советую скорее отступить. Что такое высшее измерение? Другая реальность, тень нашей. У меня нет ни времени, ни терпения на подробные разъяснения. А у меня, чтобы их выслушивать. На сотни лет исчез из мира живых, но все равно цепляешься за свое былое превосходство. Будто без тебя мир застыл на месте. Сомневаюсь, что твое эго вообще позволит тебе выслушать других.